Всем привет, я хозяйка Рокиса, и тут сам Рокис. Сегодня я что-то буду делать, не знаю что. Ну, наверное, скоро я лягу спать, так что маленькое видео будет. Короче, что я вам хотела сказать. Если вы хотите, чтобы было 10 лайков, я сделаю 10 фактов о Рокисе. А если 5 лайков будет под этим видео, я сделаю летсплей потока бока. Выбирайте. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, как я сказала. И нажимайте на колокольчики. На колокольчик. Ну, короче, я что-то вам расскажу сейчас быстренько. Ну, короче, первый факт о Рокисе, чтобы у вас была мотивация. Он очень любит сильно лезть на стол и воровать еду. Вот мотивация. Ну, короче. Ребята, ну вот, что я вам могу быстренько сказать. А пока, всем пока-пока. И, кстати, если вы хотите, чтобы чаще выходили ролики на этом канале, просто подписывайтесь на канал. А пока, всем пока-пока.